Полиция не сообщает подробности о гибели 21-летней Эмили Олсен, тело которой было обнаружено недавно. Нам надо проверить содержимое карты памяти. После того, что ты пережила, отправишься на работу? Это ненадолго. Лаура, ты поможешь нам в этом деле? У нее же с головой непорядок. Кстати, я могу слышать, даже сидя к вам спиной. Вам поступали угрозы? Если не считать трупа перед дверью, то нет. Еще один создатель ангелов. Так в старину называли детоубийц. Ее задушили пластиковым мешком. Налицо следы удушения. Вот здесь и здесь. Лаура. 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 Да. Я уверен, будут новые жертвы. Эмилия Олсен, вы знакомы? Беги к маме, малышка. Ты увлеклась этим делом? Ты говорила ненадолго. Мы не можем ошибиться. Полиция! Молчание ангелов. Скоро в кино.